Здравствуйте, друзья мои, с вами Винкондишн, Винкондишн Джуниор, и многие говорят, что я эксплуатирую детей, но я подхожу к этому примерно как Иисус. Напомню вам притчу, что когда стоял Иисус и проповедовал, к нему подошли дети, и взрослые начали гнать детей, что зачем дети слушать, а Иисус взял, прогнал взрослых и позвал себе детей, потому что я считаю, что они благодарные, инициативные и вообще замечательные молодые люди, которые попросили меня писать пионер и еще всячески в этом помогают и технически, и организационно. Здравствуй, Коля. Здравствуйте, ребята. Коля, между прочим, еще и помонтажит это все, он вообще трижды молодец. Здравствуй, Владислав. Добрый день. Ну, блин, а теперь скажи это так, как будто я не держу тебя здесь силой действительно. Ладно, друзья, ребят просто молодцы, пришли сегодня поиграть в Versus. Сегодня у нас две новые колоды. Справа Monoblack вампиры, а слева, что у нас слева? Борнец всегда должен быть в архетипе, и все будет нормально. Ну что ж, пару слов про ваши колоды, и погнали. Сжечь лицо, атака, победа. У меня мидрейндж, в ранней игре убить существ оппонента, поставить... какие-то угрозы, и в поздней игре это большие вампиры, которые мне хотят взять много карт. Три, десять, восемь, уходи. Пять, шесть, семь, или может мне ход отдашь? Нет. Так, ну что скажешь? Скорее всего, это будет маллиган. Ладно, такой я оставлю, потому что 5 мульганец уже нет смысла. Гуз вниз. Так, мой ход. Я поставил болото, ходи. Хожу, взял карточку. Это гора и копейщица. Да. Атака. Вижу на один. На один. Ходи. Я поставлю такое. Давай такое. Хорошо. Взял хиточек. Взял. Ходи. Взял карточку. Так. Поставил еще одну гору. Давай. Слэш. Да. Атака. Да, на два вижу. На два. Зажег сцену? Да, зажег. Раз, два. Отлично, идеально. Экзал. Ходи. У меня 16 хитов, у тебя 20. Карточек 4. На руке 4. Лондроп сделаем. Так. У меня вообще есть панк. Но я пока могу. Давай себе телефон. Еще потеряешь? Ну, хорошо, мне только радует. Я знаю. Давай еще такого стол. Еще такого сирану. Ну конечно, ты красавчик. Хожу? Ходи. Так. В экзале я еще могу до сих пор разыграть. Какую лучше? Конечно же, такую. Она выходит сразу антапнутая. Такая, к сожалению, изгонится. Но ничего страшного. Так. Давай. Давай. Отстрелим тебе такого. Да. И пойдем в атаку. Хочу блок. Поблокался. Ничего страшного. Ходи. Ходи. Тапаюсь. Так. Сыграем такую, шокнемся. Да. Можем себе позволить. Сыграем такого и сразу стрелим тебе? Да, на два. На два. Пойдем в атаку? Да.
Нет блоков. Нет блоков. Ну, нет блоков, значит, на один. Да и давай опять зажжем сцену. Давай. Раз, два. Очень хорошо. Лентроп был? Был. Ходи. Давайте такого уберем. На два. Тапаюсь. Угу. Тебя сколько карт? Две карточки. Две карточки. И еще две в экзайле со сцены. Допустим, ты сделаешь так. Два. А сечход я, по идее, никак не умираю. Да, поэтому давай поставим болото. Угу. Ставим всадницу в стол. Всадницу. И ты можешь ходить. Антапаюсь. Троюсь. Так, с экзайла сыграл гору, да. Чтобы не потерять. Сюда хочу, потому что лайфгейм — это плохо. Да, она вылезла. Да. Так, сыграл такого за способность... Такая, кстати, подросла. Да. Сыграл такого за способность рывка. Да. То есть он получает ускорение. Убежал в атаку на 4. Да, у меня 6. Такой в энстеп вернулся. Ходи. Хожу. Так, теперь надо подумать, как же нам тут выжить. Угу. Лилиан. Так, дай я почитаю. Угу. 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 Ну хорошо. Говори ее в минус сюда. Ну хорошо. Изгоняет, да? Или просто убивает? Просто убивает. Убивает. Ну хорошо. Хожу? Да. Антапаюсь. Голось. Да, собрал просто всех покемонов. Угу. Взял Лурусу в руку. Да. Сыграл такого за способность рывка. Да. Бежал сразу же в атаку в лицо. Так, мой инстеп вернулся в руку. Ходи. Да, там лед, который... не самый лучший. Я бы сказал, отвратительный. Так, давай, кажется, бросить карточку. Ну, сбросил такого. Я сбросил такую. Ага. Татсис, я тебя понял. Так, он скинул существо. Мне нужно как-то выживать из этого. Так. Угу. Давай пробуй такой стол ставить. В стол поставим. Хорошо. И ходи. Хожу. Так. Троюсь. Гора. Да. Лурус. Да. Две белые, красные. Так. Что я могу сыграть? Так. Сыграл такого. Да. На два в лицо. На два тебе стрельнул, да. Ну и поставил за одну ману такого. Хорошо. Так, ну и ходи. Неплохая карточка, можно гляну. Кладбище. Я уже ожидаю, что это? Это Клинк ту даст. Держи. Так. А вот если бы ты не послушал Артема Ари, было бы болото? Да, было бы болото. Так, ты не будешь, наверное, ставить такую.
да? Так. Один. У тебя две карточки на руке, да? Да. Так, давай это будет Сорин. Сорин. Да, неплохой парень. Ну хорошо, да, поставил. Давай это будет рыцарь Белого Легиона. Все равно, да. Давай я его по саку нанесу 3 дамага сюда. Да, случилось. Мне плюс 3. Так. Отскакивает от меня. Учитывая, что мне болт не показал в прошлом ходу, следовательно, у тебя его нет. Если ты его поднимаешь... Не убиваю. Не убиваешь. Ага. Ходи. Так, ну за 2 просто насрём таких челиков. Да. Ну, ничего не поделать. Атака, атака. Блок в такого. Блок в такого, блок в такого, блок в такого. А давай я дам ему дабл страйк. Угу. Ну, разменяемся. У тебя все-таки одна карточка на руке. Мне плюс 2 и минус 2. То есть у меня осталось 5. Да, также 5. Хожу. Ходи. Хожу. Так. Ага. Ага, ага. У тебя нет карт. Пустота. 4 атакера. Если ты поднимаешь Борос Чарм, это будет печально. Угу. А, в принципе, это будет достаточно неплохой плей. Давай я скажу Эльдарину Филида. Скажу в плюс Сорина. Поставил жетон, посакал? Посакаю. Посакал. Ну, куда стрельнешь? Стреляю я. Сейчас подумаю. Если там будет шарм, я по-любому отлетаю, поэтому я, наверное, стрельну сюда. Хорошо. Мне плюс 3. Можешь ходить? Хожу. Взял карточку, поднял Борис Чар, пошел в атаку. Да. В лицо. Да, на 3 вижу. На 3. Ходи. Хожу. Есть предположение, что я стабилизировался, и, скорее всего, эта партия будет со мной. Кадим на 5. На 5. Вернул к таких двух. Knight of the Ebon Legion и одаренного Эфирида. Ага. Так. Скажу ее в плюс. Ты потеряешь плюс 3 хп, это пока не релевантно. Я скажу Сорина в плюс. Посакую такого, нанесу 3 дамага сюда. Мне плюс 3. Ходи. О, повезло, повезло. Ну, почему бы и нет? Поставил такого. Он может... Я знаю, но я не буду это делать. Зачем делать лицо? Ходи. Хорошо. Ну, давай кидать жетон на Дрянного Фрида, и я пойду в атаку. Даблблок. Даблблок. Ну, разменяли, значит. Тебе плюс 3. Плюс 3. Я поставлю Лактрейн, скажу ее в плюс, ты потеряешь 3 жизни. Хожу. Так, ну вот она началась, проблема Монореда. Ну и Боруса тоже, неважно. Один. Мне ничего не мешает понравиться Лактвейна за 4 маны. Я хочу потерять хитов, взять карточку. Антапнуться, взять карточку.
Да. Хочу активировать безликое убежище. 4-3 бдительность и все типы существ. Положу жетон на вампира. Ну да, будем считать, что так. Такая, в общем, мне на 3. 7 еще. Ой, на 5. Всего в итоге на 7. На 7 я получу 5. Да, и в принципе, ходи. Ушел. Сюда. Да, проиграл. В общем, партия осталась за мной. Мне удалось стабилизироваться и задавить оппонента. Тап-декнуть. Мы перешли к сайдборду. Я убрал 4 Татсиза, так как это дискард, который против Бурна не релевантен. У него все за 1, за 2. И я еще потеряю 2 хита против Бурна. Это важно. Ну, допустим, залезу я Татсизом и уберу болт. Нет никакого бизнеса не сделает, поэтому лучше его поменять на тот же Гибель Легиона, потому что он берет у него один или два, или, возможно, даже больше ранних дропов. Потом я кладу цепляться за прах, он меня может отхилить, когда мне нужны срочные хиты, и Бурн меня может убить. Можете знать карточку, которую не сможет потом скрывать с помощью Луруса мой оппонент, и я кладу один хер для сак, потому что это ремувал, который убивает любую урозу на столе оппонента. В общем-то, я поменял вот такие вот штучки. Вот такая вообще не нужна, потому что вначале, да, она бегает в атаку, это все напрягает, но у оппонента есть лайфлинк. Это очень против меня вредно, относительно меня вредно. Поэтому такая штука меня будет только замедлять, по мане возвращать в руку, это все меня бесит. Такая не нужна, потому что я положил приковать к скале. Это еще называют чайником, потому что по-английски chain to rocks. Неважно. Поменял такие вот на такие. Почему? Ну, потому что это лучше тем, что отключает еще лайфгейн у оппонента. В принципе, это все. Так. Вот специально сейчас подсниму так, чтобы тебе досталось вот всякое говнище, что ты помулиганился раза 4 и поиграл со мной. Угу. Нифига начало, конечно. Я ставил. Олиган. Хорошо. Три пуша. Одно болото. Надо было кипарочку. Да, болтов не насувал бы в лицо. Я бы сидел. Вал, три пуша. Зато копейщица на кладбище. Так, снимаем всяких калитасов вниз. Поднимаем наверх. Не знаю, болото с лаквейнами. Ага. Ладно, давай я оставлю, уберу. Угу. Наверное. Сейчас подумаем. Уберем такую вниз. Не уверен, что это правильное решение, но ладно. Ходи. Заряжен в атаку. Шок. Один. Атака. Один. Угу. Так. Ладно, думаю, что сейчас она ничего плохого не сделает, потом. Да давай на 3. Ходи. Антапуюсь, дровуюсь. Вот она моя магия. Кипать ванлендер и тапдекать землю. Ну, я тапдекаю слишком много. Как бы это мне надо подснимать. Так. Да, давай такого. Давай такого. Один. Один. Ходи. Хожу. Вот только сейчас сравнял ХП. Вот эти шокунды ваши, они еще дорогие потом. Убивай. Да нет, почему убить-то? Я хотел щитом поставить. Ставь. Ладно, ходи. Антапуюсь. Дровую.
Так, я дровую очень хорошую карточку. Да, я еще раз прочитаю. Читать полезно. Читать всегда полезно. Запомните это. Ну, пока что я карточку эту не буду использовать. Или буду. Что там у оппонента на руке? Да, пойду в атаку, да и все. Пойдешь в атаку? Да. Ну, давай пуш скажем, Вейдалона. Пуш скажем, Вейдалона. Но Вейдалона сказал пуш. Потерял 2 за Эйдолона и потерял 1 за Копейщицу. Все правильно, друг мой. И поставим тогда такого на 2. Да, мне еще на 2. Ходи. Вот не зря существует 2 мейн степа. Угу. Так. Давайте остановим агрессию моего оппонента. Поставим Сорина. Поставим чемпиона. Потеряем, к сожалению, 1 хит, но поставим большую тушу на стол. Можешь ходить. Оксак. Подровался. Так. Ну давай, знаешь, что делать? А что здесь думать-то? Мы делаем вот так. Да, поставил КПС. И вот так. Да, гора у меня есть. Ничего страшного. Сюда отдавай. Так, Сорин нас будет парить, потому что он будет давать хиточки, этот пойдет в него, а эти 2 пойдут на 4 тебе в лицо. Ходи, пожалуйста. Время выставлять хотя бы какой-нибудь стол. Ага. Так. Такого поставил такого. Ага. И можешь ходить. Хожу. Так. Опа. Что мы подробовали? Так, ну определенно придется сказать такую карточку сюда. Да, она ушла вниз в библиотеке. Эти 2 штучки подкачались. Да. Красотки. Ну и мы пойдем в атаку всеми. Встал в такого, он умер. Не, на 4. Я зажег еще эту сцену вашу. Да. Раз, 2. Ходи. Хожу. Ага. Блин. Типа того. Потеряю хит, возьму карточку. Ты сейчас жизнь не можешь? Нет, не можешь. Партия. Давай я еще попробую что-нибудь сделать в этой игре. Ага. Ага. Нет. Ничего не можешь сделать. Ты первый, я так понял, ходишь? Да. Видите, я очень вежливый человек. Поставил колоду оппонента на место, а он меня взял. Варвар. Ужасный человек. Играет Борис Бурном. Не делайте так же, пожалуйста. Да, не играйте Борис Бурном. Так. Я кипнул. Ты оставил? Да. Подожди, я вот тут подумаю. Конечно, понимаю, что у меня там магия всякая есть. Но все-таки второй раз One Lander я кипать не собираюсь. Вы снимите, пожалуйста. Я вот этого не просил. Но все-таки ее брать опять. Карточки поздоровали. А мог брать? Зачем вообще сели играть в магию? Если можно карточки не брать. Так, ну такую руку придется, к сожалению, оставлять. Уберем. Что же убрать-то? Такая очень полезная. Нельзя. Такая тоже очень полезная. Нельзя. Такая очень полезная. Значит, что-то из этих 2 дружочков. Пирожочков. И мы уберем. Да, такого. Хожу. Ходи. Это будет болото. Тапал болото.
поставил рыцаря. Передал. Хожу. Троус. Гора. Гиту. Ходи. Да. Угу. Это будет Лак Твейн. Такой еще один. И можешь ходить. Хожу. Это будет гора. Да. Так. И это будет Эйдолон. Да. Великой пирушки. Ходи. Хожу. С Эйдолоном нам что-то делать, давай мы его убьем. 2 хп. И за всадницу, он на 16. Так что 4. Вот так вот. Можешь ходить. Известная всем фраза. Оппонент не убивает, убивай себя сам. Пойдем в атаку. Отстрелим до блоков такого одного. И блока, пожалуйста. Давай без блоков. Без блоков тебе на 2. На 1. Извиняюсь. Я хочу зажечь сцену. Да. Раз, два. Отличное зажигание. Ходи. Оппонент именно зажег. Ага. Сам себе жопу зажег. Поставил болото. И поставил Калитаса. Ходи. Антапуюсь. Дровуюсь. Сыграем. Зачем такую играть? Хотя. Да, сыграем такую, как белую. Рекуем к скале Калитаса твоего любимого. Пойдем в атаку на 2. Да, на 2. Раз. Ходи. Давай мы садим в стол. Всходим в себя на 1. И можешь ходить. Антапаюсь. Тровуюсь. Шокаюсь. Беру Лурса в руку. Да. Ходи. Хожу. Угу. Ставим Лак Твейн. Идем в атаку. У меня нет блоков. Нету блоков. Хочу накачать. Такого, да? Да. Он становится 4-5. У меня получилось стать 4-5? Да, получилось. Тебе на 6. На 6, и мы проломим тебе череп, и ты не получишь свои хпшки. 4, 5, 6. Хорошо. Хожу. На него жетон можешь ходить. Такая выходит тапнутая, я поставил Урсу. За 2 белых, 1 бесцветную. С кладбища я сыграю Эйдолона. Так, да, ты сыграла Эйдолона. Ну и пойду в атаку тебя на 2. Мне надо подумать. Хорошо. У тебя одна карточка на руке. Да, давай приму на 2. Ходи. Сказал пуш такого. Мне еще на 2. На 2. Антап. Угу. Давай попробуем сходить в атаку. Без блоков. На 2. Да. Мне плюс 2. Хочу убить Луруса. Конечно же, у тебя будет ремонт, да? Мне на 2. На 2. Хочу поставить безликое убежище. Да. Хочу поставить Сорина. Да.
хочу сказать его в плюс, пожертвовать такого и нанести 3 дамага сюда. Мне плюс 3. А, хожу? Да. Антапаюсь, трогаюсь. А, копейщица. Да. Ну, а что мне еще остается делать? В атаку, в лицо. На 1. Да. Ходи. Да, беру карточку. Ага. Давай я активирую безликое убежище. Да, активирую. Пойду в тебя атаку на 6. Ну, у меня нет блоков, к сожалению. На 6, да? Да. И в 3. Мне плюс 2. Хочу активировать обилку Сорина, пожертвовать вампира и нанести тебе 3 дамага в лицо. У меня нет спонсора. Ты придем. Кто-нибудь хейтерам, которые писали вам всякие гадости? В общем, Коля исправился за свою прошлую партию на Ржов Аурах. Сыграл достойно, оптимально. Партия получилась достаточно интересной. Вампиры проиграли в одной из них. Слушайте, ну вообще выбор колод был для меня довольно странным. Потому что, ну, Бурн, понятно, он в каждом формате есть, это такой архетип. А вот трайблы на вампирах обычно считаются довольно такой маргинальной штукой. Они себя довольно плохо показали. Это вот тировая дека или это просто какой-то вот фановый напур, которым нравится играть и поддержку? После банов, хотя даже до банов вампиры появлялись на турнирах в МТГО, потому что все-таки карантин, и, ну, и пионер попал в это время, вот. После бана Ура и Тефери вампиры стали более тировой декой, потому что в метагейме появилось много агроколод, вампиры отхиливаются, имеют достаточно много ремувала и достаточно легко с этим справляются. Поэтому, да, я могу назвать этот тир один декой. Вполне заслуженно, оппонент. Самое главное, это правильно на ней играть. Собственно, вот он, представитель идеальной игры на вампирах. Такого вы нигде больше не увидите, кроме как в нашем клубе Shelter. Приходите играть. Peace out.